Всем с вами снова команда Patriots. Давно нас не было видно на просторах интернета, потому что наши тренировки были скучные и однообразные. Не скучные. В парке Победы они были не скучные, ты путаешь все. Да, парк Победы и не победоносные тренировки. А сейчас мы, смотрите, заходим в прекрасный сквер, парк. Где нет туалета, я хочу очень сильно. Зато очень много мух. Ты видишь связь между этим всем? Зачем мы здесь? Мы здесь сегодня для того, чтобы снять совместную тренировку вместе с «Идем к цели» проектом, потренироваться, какие они накачанные все. Ну, так, а ты что думаешь? Должен был снимать Яр, должно было быть очень красивое видео, как видео с XTRA из Питера, ссылочка в описании, но у Яры сломался самолет. У Яры сломался самолет, и поэтому... Яр в этот момент был дома. Ну, я не знаю. Что самолет в этот момент был на земле, давайте скажем так. Поэтому у нас все еще есть оператор. И будут красивые видосы, но не сегодня. Сегодня мы будем снимать на GoPro-шечку в формате видеоблога. С плохим оператором. С плохим оператором, дрожащими руками и все такое прочее. Здорово. Привет. Как дела? Привет. У нас с оператора самолет сломался, поэтому... Ничего страшного, мы такие же. Да? Яра, да. Здорово. Привет. Как дела? Потихоньку все, потихоньку. Я тебе так и сказал. А ты такой, ну нет. А где Коля? А, очевидно. Это было очевидно. Пацаны, привет, я Грунёв Александр, и мы идем к цели. И сегодня у нас гости, пацаны здоровые, большие, спортивные. С хорошего канала, с какого? Воркаут фитнес городских улиц. По многочисленным просьбам подписчиков мы приехали к ребятам потренироваться вместе, смотреть, кто на что способен, поделать упражнения. Блин, пацаны, я уже боюсь, наконец-то пацаны приехали, будет хорошая, интересная, дружеская заруба. Посмотрим, что из этого будет. Будет весело, ребята. Давайте. Погнали. 20 выходов? 20 выходов и 30 подтягиваний. 50 брусья. Что дальше можно ты делать? Попал в ад. Это разминка такая? 50 брусья, потом давай 20 подъем ноги к перекладине и 100 сжиманий от пола. Ну, аж я запомнил сейчас, что сказал. Поехал сейчас? Да. Фига ты машина. Вот так вот? Ты делаешь подкачки немножко, потому что статично ты убьешь начинку. А в чем смысл тренинга? Смысл тренинга в том, чтобы убиться. Смысл побольше сделать? Мне уже не хватает Яры, знаешь. Ты уже понял, да, по себе? Я все забываю, что Колян уже не сотку весит. Поэтому не надо радоваться его успехам. Если бы он сейчас на сотке так бы долбил. Гриф? Перчаточки Т2. Мозоль дрочит. Защита от мозолей и отличный хват сцепления. Так что извини, но не понимаю, что тебе не нравится. Да. Что делаешь, Серёж? Показывай парню, как выход делать. Давай. Не все же умеют, встать. Я сам просто так неудобно, учусь. Неудобно. Лучше большой палец положить сверху. Почему я так делаю? Потому что когда я делаю большой палец снизу, у меня вот здесь все стирается напрочь. И образуется. Сделаем пасту 20 раз. Вот, поэтому большой палец сверху. Когда мы внизу, нужно закрутить плечи как следует, вытянуть шею вперед, чтобы рывок был мощный. И когда мы взрываем, мы уходим не вверх, как при подтягиваниях, а по диагонали идем вот так. Вот он выход. А какие мышцы включаются? Да практически все, Саня, смотри, что сейчас заработает. А икроножные? Вау, вот сиськи, видишь, привет. Икроножные только вот на этом крючке. Вот, соответственно, зарядились, выстрелили, и вот с этой точки начинаем движение к турнику. Нужно завалиться грудью на турник, чтобы локти у нас встали в горизонтальное положение. То есть вот так вот рука должна оказаться. Можно, конечно, вот так вот попробовать выйти. У меня есть знакомый, который так делает, но я всегда смотрю на его кисти и плачу. Все, давай, подходи. Команда, да. Вот они двое.
идем к цели. А ты говори. Колонка тут нормальная у нас была. А у Сереги на работе она. Вначале на работе не могу я достать. Ну еще раз вот туда мы его тащили. Я говорю, Саньку забрать ее. Что-то нормально орёт. Балтик. Господи, зачем? Надо делать 12. Ребят, потом соточку сделаем. По твоей? По твоей схеме. Никто еще не знает этого. На шею давит, камушек забыл. Кинь на дельфи. Красава, работа, работа, все, и держи, не ослабляй. Перевесил, видно, говорит. Как она не тяжелая? Может, килограмм 20, ну просто Сташ неудобно висит, да? Ладно, пусть Коля попробует, потом я. Я хотел просто 2 по 25 сделать. Давай! На плечи, да! Ой, блядь! Знаешь, это викинг, йоу! Когда ты жимовик? Вообще, это дело. Да, Санёк уже покраснел. Давай! Как это, Рэп? Рэп, первая кровь. Машина! Давай, давай, давай! Давай, Рэп! Хорошо! Давай, давай, давай! Сколько там? 40, 50? Что скажешь? Ничего. Ничего. Мне надо 20 раз пресс сделать, так впадло. Канат. Делай. Это канат. Короче, нормальные пацаны делают. Швартовый корабль или что там? Давай, раз. Швартовый, садай, швартовый. Погнали. Погнали. 3-4, швартуй. Какая-то суровая тема. Колян, резиночку играем. Давай, можешь. Молодец. Все, Саня опять сделал все быстрее всех. Самое главное было 20 выходов и 30 потерь, было самое веселое. Но не сказал, что было очень жестко. Ну это не жестко, да? Да, это не жестко, просто прикольно, что я забился. Я люблю, чуть-чуть. Я люблю, когда забиваюсь. Теперь жди, пока все доделают, чтобы сотку делать. Да, сейчас мы ждем всех, потому что нас попросили, чтобы сделать 100 раз от пола. Попросил Коля, кстати, меня. А я попросил всех остальных, это мне впадло. А то сейчас все побегут вперед, а я потом с Коляном буду сотку делать, там еще потом придется набирать. А потом будет хорошо. Пусть сотки, да. Егорьев. Город Егорьев. Канал. Идем к цели. Нет, другой. Воркаут Раша. Какой канал? Итак, подходит канал Воркаут Раша. Работаем. На старт. Внимание. Марш. Давай.
5 подходов, подтягиваний, хват нижний, верхний, узкий верхний, потом опять нижний и опять обычный. Ага. По 10 раз в каждом подходе. А потом в больницу, наверное, поедем. Когда другие уже закончили, Саня продолжает работать. Попробуй. За дальнюю вот тут берешь, вот флаг. Слышишь? За дальнюю. Конечно, вот так. Ворот вылез за нее. Хорош вообще, Саня, поднял уровень. Не, не так. Соседнюю. Степью далеко. Еще два. А сколько сделал? 8. По 10 раз, 5 подходов. Если что, это высокие подтягивания. Ай, блин, 10 уже второй час тренировки, да? Но последний, как, конечно, не очень красиво было. Реально, мы даже локти выгнуть так не можем. А у вас он вообще внутрь вставляется. Ну да, полная амплитуда. Санек делает 100 за подход. Давай, девяточку. Стоим 9, 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 9
Быстрее, Миха, быстрее! Хорошая тренировочка вышла, да? А в чем мы так не треним у себя? Мы так тренимся. Не треним мы так. Мы так поживались 3 минуты и все. Пацаны, я забился. Пошли за бананами. Целый трек отжиматься, представляете? Давай, скажи. 7, да, 7. Ну, хоть разнообразие сегодня, наверное, и это радует. Всех радует. Ты рад, Миш? Сказочно рад. Сказочно рад. Мои мысли сказочно рады. Еще раз. Ничего, спасибо, что пригласили. Я не знаю. Отлично было трение. Короче, пацаны, зовите еще. Взаимно, зовите нас, мы теперь на вашу площадку должны приехать. Окей, без проблем.
пацаны, вот эти двое, они просто неугомонные. Они, да. Мы уже оделись, они говорят, давай еще подходику. Еще, уже скоро дождь, они еще подходику. Они еще 100 делают от пола сейчас, да, соточку. Соточку сейчас еще бахнем. Все тренинги должны заканчиваться соточкой, да. Короче, пацаны, как говорят, если хочешь добиться какой-то результат, занимайся сильнейшими. И сильнейшие приехали. Спасибо еще раз. Сильнейшие. Сильнейшим, конечно, громкое слово. Да, да. Обычно говорят, что Саня разочаровывает. Да. Думаю, что он больше намного. На самом деле размер. Но сегодня сильнейший. Размер не главное! Главное техника движения. Главное, как ты пользуешься своим телом. Окей, всем спасибо за просмотр. Вот такая была тренировка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И приглашайте на свои площадки. Мы будем рады приехать и потренироваться вместе с вами. А я говорю намного лучше, чем тренируюсь. Такой у меня скилл. Пока. Вдвоем, вдвоем, чё? Давай. Да. Серёг, мы постараемся, может, вдвоем донесём. Пройдёшь здесь, равно мимо Триумф. Вот там будет. Там будет занять дорогу. Да, еще хорошо.